Не место красить человека. Народная мудрость, испытанная временем. На предприятиях агропромышленного комплекса «Промагро» трудится более 1300 сотрудников. В общем деле индивидуальный труд незаметен. Однако каждый работник вносит свой весомый вклад. От того, насколько качественно выполнена задача на конкретном участке, зависит успех холдинга в целом. О передовиках производства наша программа сегодня. Наталья Куренкова – инженер-химик комбикормового завода «Промагро». Владения Натальи не ограничиваются лабораторией. Рабочее место простирается на пару километров – от зерноотборника на подъезде к заводу до производственного цеха. Не каждое зерно может стать кормом для промагровских свинок. В производство идет только лучшее. Зерновые обязательно проверят на сорную примесь, зараженность вредителями хлебных запасов, оценят свежесть и питательность. Каждая входящая партия зернового сырья подвергается входящему контролю. Контролю в процессе его хранения, контролю в процессе производства. В зависимости от вида входящего сырья и регламентированных показателей, в лаборатории осуществляется контроль за сопроводительной документацией, контроль за качеством продукции на определенные показатели качества. Под контролем все стадии производства. Пробы комбикорма для исследований отбирают каждые 2 часа. В день лаборатория проводит сотни анализов. Было приобретено новое оборудование фирмы «Анком» для определения сырого жира и клетчатки. Оно полностью автоматическое, это, естественно, облегчает и экономит время работников лаборатории. Раньше это было все делалось вручную, это был очень длительный процесс, теперь проходит пробоподготовка, все загружается в прибор. На комбикормовый завод Наталья Куренкова пришла 4 года назад. Диплом о высшем экономическом образовании в жизни так и не пригодился. После спецкурсов устроилась лаборантом, где сразу заметили толкового работника. Сегодня Наталья – инженер-химик. Наша работа очень интересная, в то же время очень ответственная, потому что от нас зависит полный контроль входящего сырья, от этого зависит рецепт комбикорма, качество комбикорма. Работы у нас очень много. На мясоперерабатывающем заводе «Промагро» свои герои. Александр Емельяненко трудится на производстве грузчиком. Сейчас временно исполняет обязанности бригадира. В подчинении 18 работников. В смену через их руки проходит до 450 тонн мяса. Здесь, вот, как вы видите, линии, поэтому мы не носим на себе ничего, мы просто толкаем по линиям. Да, это очень удобно и комфортно. Также и машина отгружается, то есть там подъехала машина, мы ветку поставили в машину и загоняется все на крюках машины. У нас также все компьютеризированное, то есть везде, ну, все навыки используются. И думать, и работать головой, и руками, и ногами. Весь день в движении. В списке должностных инструкций 20 операций. Грузчик на современном мясоперерабатывающем заводе – многофункциональный работник. Физически развитый, холодоустойчивый, быстрый и обладающий стратегическим мышлением. У Александра, например, высшее образование. Учился на управленца. Теперь знания, полученные в институте, помогают грамотно планировать рабочий день, строить отношения в коллективе. Бригада Александра Емельяненко – одна из самых дружных. Ребята встречаются после смены, ходят друг к другу в гости. Чувство плеча товарища помогает в работе. Производственные показатели у них всегда выше, чем у других.